Есть? Да, купил. Нет. Поздравляю всех с первыми ветлужскими, с открытием первых ветлужских испытаний собак гончих пород. Это большое событие в охотничьем собаководстве района. Вот, желаю процветания, чтобы были у вас классные собаки, классные в плане племенном классе, значит, чтобы они выступали и за честь области, района, области, вот, чтобы у вас развивались не только гончие, все породы в вашем районе, вы делаете первые шажочки на пути, так сказать, на светлом пути, вот. Значит, данное мероприятие будет происходить в участке на гонке на таске общества охотников Ветлужского района. Вот, наличие зверя, по которому испытываться будут, значит, и заяц, и лисица, зверь, в данном участке имеется в достаточном количестве. Вот, это мы вчера здесь убедились уже в этом, поэтому проблем с подъемами нет. Самое главное, чтобы ваши питомцы показывали свою работу и сдавали, как это говорится, тест на профпригодность. Вот. Доказывали, что они настоящие гончие на просеке, вот, а не только на бумагах и на словах. Вот. Ну, пожелаем всем участникам, всем собачкам мягкой тропы. Вот. Участников и что касаемо зрителей. Значит, распорядок и регламент такой. Испытания будут гончих собак будут проходить по правилам 2009 года, последней корректировки. Правила 2005, с корректировкой 2009. Значит, час дается на подъем. Владелец волен в этот час на подъем, вот, вместе со своей собачкой ведет экспертов. Как только собачка отдала голос, все, на этом участие владельца ограничивается, и он становится, ищет любого из членов комиссии и продолжает уже следующий час работы, дается собачке рядом с членом комиссии, не помогая, никаких действий, ни криков, ни накликов, больше ничего не может быть. Это я говорю для новичков. Вот. Собачка сама покажет все, что она умеет и знает. Вот. Значит, час на подъем, час на работу. Собачке предоставляется в течение дня две работы. Жеребьевку вы уже провели. Сейчас идет первый номер. Подтягивается к концу первого часа, если нет подъема, второй номер. И таким образом подтягивается. Эксперты не ходят на стан не за каждым из членов комиссии. Вот. Ну что, в принципе, все сказано. Состав экспертной комиссии, значит, председатель экспертной комиссии Кудряшов Вячеслав Юрьевич, второй эксперт Писарев Дмитрий Викторович, третий эксперт Черников Олег Алексеевич, вот, значит, три эксперта, состав у нас такой достаточно густой, обширный, все эксперты по гончим, вот. Ну, желаю вам мягкой тропы, первый номер на изготовку, вот, ну, давайте работать. Вперед! Да, это слушай, что летит.
снег пошел. Волнуетесь? Так, а что? Нет. А я всегда волнуюсь. Здесь переход, да? Ну, он где-то здесь асфальт пересек. Я думаю, что заяц опять туда ушел, на ту сторону. Ага, будем подождем. Эксперт на переходе. Стоит, идет. Заяц туда ушел. Не. Может быть, показалось, конечно, я ничего не говорю. Собачка только что перешла. Машина знаешь где? Машина вот. На, синяя стрелка твоя собака. Стоять! Пошли! Вот так, вот свободную частину. 46. Оп! Я под вас. Володь! Ага. Олег Алексеевич с вами пойдет. Все. Смотри, вот. 46. На голове. Жлоб. Прошу заметить. Спасибо. Заяц. Ага. Вижу зайца-беляка. Небольшой заяц. Дима сейчас перейдет дорогу. Сейчас он от них выбежит. Валера! Заяц бежит! Аккуратней! Он сейчас перейдет у вас.
Стой, горись, куда? Нет. Сейчас я скажу несколько слов. Все ясно? Ну, в общем, тогда зачем эксперты? Давай. Володь, ты же меня вчера что просил? Да. Выявить, сказать. Да, очень интересно. Да, значит, так, минуточку внимания. Слушаю. Значит, молодая выжловка свирель подняла в конце первого часа, делаем скидочку, это испытание, в начале второго. Сразу она уже, труба, да. Она уже рвется. Да. Подняла зайца беляка, заяц беляк был перевиден. Вот, пошла она, повела она очень хорошо, полными ногами. Мне это очень импонирует, как и любому гончетнику. Вот, горячится, слетает со следа. Вот здесь она на дорогу вылетает, опять правится, опять дальше повела. Все это в короткое время. Вот, но у нее пока еще она... Вот этот мастерство поймать шлейф, вот, например, и держать его, значит, пока не дорожит следом, она пока мечется, где запах, там, значит, и голос. Тем не менее, она отработала на гону 9 минут, вот, движение сделала, зверь перешел, вот там поросль, милятник, с такими кустами, вот, на холмистая местность. Вот. Там зверь ей, конечно, он отрос, пока она здесь вот слетала со следа. Он, естественно, ходом. Зверь небольшой. Ведет он себя непредсказуемо, такой зверек. Вот. Значит, он ей уже там набросал, накидал, намастерил. 8:00 она скалывается, горячится. То, что она... Он уже ей накидал, она в определенных местах, я был под собачкой, все видел, она в определенных местах отдача голоса идет, вот, но это не какое-то вранье, то есть непрогнанное. Вот где он был, она отдает, пытается добрать, она не может, 20 минут она его не выправила, вот, вела она с голосом, хочу сказать, твердый очень семерка, голос... подозрительно знакомый по ее родне, вот, породный очень, хочется сказать, с заделом и выше, то есть, если будет мастерство наберет, это будет голос 7+, вот, фигуры двоечка, значит, если уж так вот для вас просто интересно, короткая работа, вот, Зверь переведен, короткая работа. Расценивать другие элементы мы не можем. Снега уже навалило. Вон зеленая травка и снег. Круто. Так и делаем, чтобы не ушло никуда. Снимаю. Все? Без поводка? Ну. И колеи. Молодец. И вот это уренская приездка. Вот это да. Приездка. Ну куда пойдем-то? Да, погоди, в лес. Куда мы пойдем? Давай, Забава, давай зайчика. Стоимость ее 12 рублей покупаю. А? Хорошо. Не понял. И а что у меня с колесом-то? Да, у нас насос есть. Надо? Так, ну, наверное. Ну, давай фыркай посильнее, чтобы все тебя слышали. Ух ты мой маленький-то, какой ты хороший, а носик у него такой шевелится. Тихо.
Уважаемые гончатники, собаководы, я нахожусь в Ветлужском районе Нижегородской области, где проводятся первые в данном районе за всю историю испытания гончих собак. Прекрасный участок на гонке на Таске находится в большом отдалении от города Нижний Новгород. В этом районе 1200 гектар. При достаточном количестве зверя идеально для гончатника лучше не придумать. Желаю всем, очень бы хотелось, и желаю всем, чтобы в каждом районе, каждого региона, на территории всей нашей страны были такие участки, где было наличие зверя, где в одном участке могли находиться собаководы, охотники со всеми видами пород, с лайками, с гончими, с теми же легавыми, если есть определенные условия, а не заброшенные совершенно ненужные, никчемные куски леса, голые от животного мира, где пустота, все выжжено, лишь бы только обозначить, что они это сделали для галочки, что вот мы вам дали, вот вы занимаетесь вашими породами, если вам так хочется. Нельзя забывать, что все наши охотничьи породы, с которыми мы охотимся, собак, они имеют свою историю. В большинстве стран мира существуют национальные охотничьи породы собак. Всем известные английские легавые, немецкие легавые, те же гончие. Есть греческая гончая, есть польская гончая, есть немецкая гончая, баварская. Есть в ряде стран английские гончие породы, есть французские гончие породы, те же американские гончие породы собак. И ряд пород определенно в каждой стране породы национализируются, считаются национальным достоянием, кроме нашей страны. В нашей стране ни одна порода, которая считается истинно русской, как русская гончая, русская псовая борзая, западносибирская лайка, русский охотничий спаниель, русская пегая гончая, данные породы не являются национальным достоянием. Государственной нет государственности в собаководстве совсем. Все на общественных началах. По сути, все в руках заводчиков. Заводчики все с различным менталитетом, с различными познаниями в зоотехнии. Поэтому успеха большого в развитии пород ожидать не приходится. Было бы здорово и очень бы хотелось, чтобы именно государство сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии нашего собаководства, как наше государство сыграло в развитии спорта. Все мы видим повсеместно в нашей стране. Если представим себе, если мы национализируем, будут национализированы те породы, которые я перечислил. Это повлечет за собой признание в Российской кинологической федерации. Эти породы будут признаны Российской кинологической федерацией, РКФ. Конечно, бы хотелось, чтобы они признаны были и международно, поскольку очень много обращений. Наши породы русскую гончую любят в странах Скандинавии, в странах Европы. А теперь опять об охоте. Проблем очень много. Напрочь в последнее время с утерей прохождения охот минимума мы потеряли познание
новичков, первичные знания новичков, что такое охота, какие виды дичи животного мира, как на них охотиться, с какими подручными средствами. Сейчас покупаются билеты, и никто не интересуется, как, на кого и с кем можно охотиться. Соответственно, культура охоты, она полностью упраздняется. Эстетики люди не понимают. Они не понимают, что такое охота, красивая спортивная охота с гончими, красота охоты с легавыми, охота с борзыми. Сейчас, соответственно, у нас нет притока молодежи. Как ни саркастично это звучит, но у нас смертность собаководов, именно охотников-собаководов, превышает рождаемость, особенно гончатников. Запреты охотпользователей – это одна из причин, отбивает, бьет по рукам начинающим. Очень сложно с нашими охотничьими собаками сейчас где-либо их натаскать, где-либо их нагонять, позаниматься. Издали законы, которые ограничивают доступ с собаками в определенное время. Или разрешают это, но только в определенных участках нагонки и натаски собак. В свою очередь, с одной стороны, есть доступ согласно закону, с другой стороны, нет участков, чтобы туда попасть. Некоторые районы, они совершенно, там не по несколько охотпользователей, но нет, ни один из них не хочет выделять в своем охотустройстве участок на гонки на таски. Это невыгодно. Да, это дешево. Это не та коммерция, на что рассчитывают охотпользователи, где можно именно заработать денег. Это нахождение компромисса между охотпользователями на всей территории нашей страны и собаководами-охотниками. Компромисс – это такая важная вещь. Без охотугодий, без участков, без выделения участков на гонки, на таски собак невозможно развитие собаководства. Без собак как подручных средств, помощников в охоте, невозможно красивая их эстетическая, красивая охота в тех же охотугодьях. Поэтому компромисс нужно искать. Снег растаял, теперь солнышко я светит. Я бы прошел вот через эти кусты. Красота! Посередине прямо. У нас у Ноты второй наброс. Вот. Завернул лод в тот лес. На солнышке-то как сразу тепло, а снежок растаял. Стоять. Давай, Нотонька. 15:35. Голоск интересный.
вон заяц пробежал. Угу, я видела. 'Перспективная, я тебе хочу сказать, собака, держи ее. Только ей дело надо дать. Да не обе так радуют. Прошла, там не видела зайца. Там яма.
Пошел, видимо, уже. Сказал заяц. Я не поняла. Зайца видела? Вроде что-то сейчас по ней увидим. Я зайца видел сейчас. А он вот отсюда, вроде туда, в лес убежал. И кто? Заяц. Нет, он вот так бежал. А потом вот так и сюда. Куда, да? Ну, что-то видела, точно мелькнула. Смотреть пришла. Я вот тут видела вроде. Он вот так обошел, вышел на главного эксперта, потом побежал вдоль дороги и вот здесь вот от вот этой елки. Сосны. Ну, от елки, да. Вот этих кустиков. Вот тут вот. Побежал назад. Ну, мне так показалось. Он, видимо, пока мы разговаривали, он нас обижал. Ёжик идет куда-то, пошел. Полно всякой живности бегает. Так и бежит ёжик куда-то по своим делам. Он нас, видимо, обошел, да? Он прошел, мимо Димы прошел. Он вот сюда вот так сбегал, потом туда. Да. О, прошла. О, заяц пробежал. Там далеко-далеко на самой, вот в самом конце. Я не знаю, камера даже увидела или нет. Я только увидела, что промелькнул на самом горизонте. Он так и должен был там. Thank you.
Да? Я туда, он оттуда. Вот прямо на Славку бежал. На Вячеслава, да? Да. Куда спрыгнуть даже не знаю. Ну, сейчас поведем на ней, куда она пойдет. Так, наброс. Вега. Вега. Навигатор, чего? Смотрите. Что... Стоять. Убой рвется. Стоять. Венера. Венера, иди ко мне, Венерка. Иди ко мне, моя хорошая. Да что это, сейчас курган навернет и прибежит. Иди ко мне. Венера. Как у канала-то какой? Thank you.
Кличка Венера. Первый номер сегодняшнего дня на ветлужских испытаниях 17-го года, майский. Значит, наброшено в 4.25, 5.00 выжловочка подняла. Сначала достаточно ярко повела, вот. И сразу зверь уходит на уход. Вот, движение дала хорошее. Вот. И, значит, 12 минут хорошего гона. 5.12. Выжловка скалывается. 10-минутный скол. 5.22. Она выправляет этот скол. Ведет по водянистой местности, где вода, то есть зверь ставит ей определенные задачки, ей достаточно сложно вести, воды там очень много, вот, это дол, 5.28 она опять скалывается, 5.38 она ведет, еще набирает 4 минуты скола и 10, в общем, 5.48 она наконец-то села на зверя. Очень хорошо. Дважды. И гон продолжался до 6.06. Была отсечка. Значит, дан сигнал отбоя. В целом собачка проработала на гону 66 минут. Вот. Часовая работа. Сколов набрала явных таких. 24 минуты. Плюс у нее, хоть и присутствовал, у нее напополам было и яркая работа, достаточно яркая, и мороватый гон, вот где по воде посложнее идет толкание, но движение есть, то есть собака движет. Вот. Значит, собачка расценена следующим образом. Ну, еще перед этим работа. Достаточно. Она сложилась. Вот. Я не скажу, что она очень продуктивная. Зверь видели дважды. В конце работы, значит, во второй половине, она идет в полутора минутах за зверем. Вот она уже когда села на него, вот, выбрала. Вот. Поэтому работа сложилась. И такая расценка. Значит, палас. Средний по глубине, недостаточно широкий, такой 6 баллов оценки. Подняла она во второй половине первого часа четверочка. Мастерство 16 баллов, согласно сколу. Вот. 6 за чутье, все-таки ей не хватает чутья, видно это было. Она подбирается, но чтобы вот сесть, она только в конце подобралась. Не хватает чутья. 15. Вязкость, полный час работы. Голос. Недостаточно доносчивый голос. Вот. Достаточно простой по фигуре, но породный. Значит, 6. 2. Верность. 4. Пятерки у нее нет. Есть кое-где повторила такое, есть небольшие отклонения, но все в рамках допустимого. Вот. Четверка. Шла она достаточно, вот в конце села парата, достаточно парата, то есть семерочка, четверка у нее за приездку. Собачка не стоит, но снята с гона, хорошо, все прекрасно. 70 баллов, диплом третьей степени, с чем мы вас и поздравляем. Разносили испытания. Первая ласточка, привет. Ура. Переконал планет.